как-то задумалась, а как же придумывают каких-нибудь фантастических животных? Решил попробовать создать одного. Составила список из разной живности. Напротив каждого пункта пометила для себя детали, которыми отличаются эти звери. Полоски, окрас, наличие панциря, крыльев, хвоста. В общем, то, что наиболее выгодно будет смотреться в моем чудо-звере. Вот животные, которые попали в мой список. Тигр, лягушка, кролик, павлин, лошадь, бабочка, овца, морская черепаха, пингвин, лев, олень, мышь. Всего 12 животных. А в выборе мне помогут игральные кубики. Пусть они мне укажут на 3 зверей. 8. Это морская черепаха. 6. Тут у меня бабочка. 5. И это лошадь. Лошадь, бабочка и морская черепаха. Интересно. К сожалению, процесс создания зверя только в фотографиях, так как на этом этапе я пользовалась телефоном, на который обычно и снимаю. А теперь я быстренько все раскрашу.
Если вы опробовали мой метод создания чудо-зверя, то обязательно поделитесь своим результатом. Мне будет интересно посмотреть, что получилось у вас. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик. Спасибо за просмотр!